Один курьер огромное солнце по городу нес, одежда горела на нем, и ночь стала днем рядом с ним. Зима стала летом, но все отводили глаза от такого подарка. Даже через очки чересчур ярко сверкал его странный груз. Он не трус, дворами шагал и как будто не замечал боли. Скорее всего, его так научили в школе. Самая главная сила воли, помни, главная сила воли, остальное на вкус. У меня в руках огненный меч, идите прочь, я случайно могу вас обжечь. Я опасаюсь.